Всем привет! Мы решили не ждать хорошую погоду, потому что ее не обещается на ближайшие дни. Мы решили поехать в Ханау, но уже не в окраину, а в сам центр города и показать вам основные достопримечательности. Ханау – город на берегу реки Майн в самом центре Германии. Население составляет около 90 тысяч человек. В первую очередь, город знаменит своими уроженцами-сказочниками братьями Гримм. В Ханау можно прогуляться по улицам старого и нового города. Найти много информации по некоторым достопримечательностям было затруднительно, поэтому я не обо всем смогу рассказать вам подробно. Первое, что мы встретили на пути к центральной части города, были портовые ворота. Монументальное жилое здание образовало вход в главный порт Ханау, открытый в 1924 году. Две бетонные фигуры высотой 3,5 метра символизируют связь между работником ума и работником рук. Далее мы отправились к самой отдаленной и самой красивой достопримечательности в Ханау – барочному дворцу 18 века – Филиппсруэ. В переводе «Филипп на покое». Замок служил резиденцией для графа Ханау Филиппа Рейнхарда. Вокруг дворца со временем разбили обширный парк с оранжереей. Сегодня же во дворце размещается музей с документами, фотографиями, картинами и прочими экспонатами, посвященными истории города Ханау. На главной площади Ханау всегда кипит жизнь. Здесь часто устраивают ярмарки. Мы попали на уборку после очередной такой ярмарки. Одной из достопримечательностей на площади является новая ратуша в стиле барокко и часовая башня. На ратуше установлен карильон – механический музыкальный инструмент с 18 колоколами. Прямо у входа в новую ратушу установлен памятник местным уроженцам, известным сказочникам братьям Гримм. Фигуры высотой 6,5 метров появились на площади еще в 1896 году. Существует маршрут по Германии под названием «Немецкая дорога сказок». Начинается он в Ханау, а заканчивается в Бремене. Также по городу расположены памятники, посвященные героям сказок. О них я расскажу немного позже. Обратите внимание, что зоны, где обязательно нужно носить маски, обозначают вот такими предупреждающими табличками. Также на рыночной площади находится еще одна уникальная достопримечательность, а точнее то, что от нее осталось. Это руины Валлонско-Нидерландской церкви начала 17 века. Ее строительство инициировали беженцы-протестанты, в 1597 году укрывшиеся в Германии от преследований. Сооружение представляло собой одну церковь внутри другой, что символизировало религиозное единение переселенцев. Сегодня же это своеобразный архитектурный и исторический памятник. Рядом с церковью находится памятник Филиппу Людвигу II, одному из графов Ханау. Площадь Старого рынка была центром средневекового города Ханау. В середине 16 века здесь построили старую ратушу. В ее архитектуре смешались стили ренессанса и готики, а также использованы фрагменты традиционного фахверка. Сегодня ратуша – это копия исторического здания, внутри которого располагается немецкий дом ювелиров. Там проходят выставки драгоценных камней и ювелирных изделий. В центре площади стоит колодец справедливости. В центральной части города располагается несколько парков. Одним из самых красивых и больших является парк Шлоссгартен. В центре парка находится небольшое озеро, где можно увидеть скульптуры, изображающие героев сказки братьев Гримм «Гуси-лебеди». Сестра, держащая в руках волшебную рубаху,
и ее братья, превратившиеся в лебедей. На центральной улице находится еще один памятник сестрам и братьям, посвященный сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Также в городе находится несколько церквей – Мариенкирхе, Йоханненскирхе. Неаполитишенкирхе и другие. Подведем небольшой итог. Ханау не маленький, но живой город. Находится недалеко от одного из крупнейших финансовых центров Европы – Франкфурта на Майне. Город имеет свою большую историю. Очень здорово было познакомиться поближе с Ханау. Обязательно напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат видео. Также не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!